Как сделать город красивее? В парке на бульваре Шевченко появились новые цветочные композиции, выполненные коммунальным предприятием «Зеленстрой». В дальнейшем такие дизайнерские решения появятся по всему городу. На металлических каркасах вазоны с цветами. Первая композиция в форме сердца сразу же собирает желающих сделать селфи. Вокруг обещают еще выложить площадку в форме сердца и сделать подход. Сульфинию и петунию ампельных сортов пришлось везти из Львова и Днепра. Мы надеемся, что простоят они долго, потому что цветок этот рассчитан до первых заморозков цветения его. Вот мы будем ухаживать, поливать, удобрять и надеемся, что эта изюминка понравится всем и будет продолжение этой всей цветочной эпопеи. На следующий год мы уже что-нибудь новое как бы воплотим в жизнь. В этом же парке и на бульваре Шевченко поставили еще несколько каркасов для будущих композиций. Всего предусмотрено 23 варианта. Это будет два больших зонта с большим количеством цветов, огромная бабочка с разноцветными ее крыльями. Будет тут сделано две конструкции фонтанов. Ну, они у нас уже подобные были, но это будет гораздо пышнее и интереснее. Также в новой конструкции это арки цветочные. Тоже здесь появятся на бульваре Шевченко. Программа озеленения через цветочные композиции охватит несколько районов. В ближайшее время подобные конструкции появятся на Металлургов, площади Поляка и Иванова. В общей сложности вся эта красота обойдется городской казне в 300 000 гривен.